12 апреля – день космонавтики. День, когда можно и нужно вспоминать по-настоящему великие достижения Советского Союза и, конечно же, Юрия Гагарина. Его коронную улыбку, мужество и энтузиазм. В Иванове день космонавтики коммунисты отметили пикетом. О 60-х годах прошлого века собравшиеся вспоминают с гордостью. Всеобщее ликование, всеобщая гордость, всеобщее такое, я бы сказал, признание места и роли первое место Советского Союза в освоении космоса. Потому что американцы хотели запустить в космос уже 20 апреля. Но мы сделали все, чтобы опередить их, и сделали 12 апреля. Не обошлось и без ложки дегтя. Повторить подвиг Гагарина и его последователей красные предложили президенту, губернатору и мэру Иванова. Были бы хорошие времена, направили бы лучших. Вот сейчас не очень хорошие времена, поэтому направили тех, кто, по нашему мнению, мешает жить России. Поэтому вот отобрали именно этих персонажей. На самом деле просто их такое количество, что всех не засунешь. Впрочем, обижаться за такую шутку на коммунистов, наверное, не стоит. Еще каких-нибудь пару десятков лет, и полет в космос будет сродни отдыху за границей в период отпусков. Просто такой виртуальный шанс нашим чиновникам выпал чуть-чуть раньше. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.